На матч футбольного Ростова на Ростов-Арену теперь могут попасть 5000 болельщиков, но только с медицинским документом. Сертификатом о вакцинации от коронавируса, отрицательным ПЦР-тестом или справкой о том, что переболел ковидом в последние полгода. Такой документ понадобится и болельщикам других профессиональных команд. А спортивные залы на таких матчах можно заполнять на 1000 человек, но не больше, чем наполовину. Рестораны, кафе, бары, столовые теперь можно заполнять на все столики. Но опять же, проверив у гостей документ о коронавирусной безопасности. А вот на летние веранды общепита будут пускать всех. С сегодняшнего дня открываются плавательные бассейны и аквапарки в закрытых помещениях с ограничениями по заполняемости, а также аттракционы в парках и детские островки в торговых центрах, бани и сауны. Для последних актуальны те же медицинские документы – сертификат, тест или справка. Дети до 18 лет теперь могут заниматься в фитнес-центрах и спортзалах, и заполняемость этих учреждений увеличивается с 10 квадратных метров на человека до 4. И еще одно смягчение для детей – они могут участвовать в спортивных соревнованиях и физкультурных событиях, но без зрителей и с медицинскими документами. Мария Филинкова, Александр Шкурко, Первый Ростовский.